будет заниматься летом? Купаться. Играть. Летом я собираюсь поехать в лагерь. Ехать на дачу мы будем. Отдыхать. Гулять, играть. Доброе утро, с вами вновь программа «Мир Дэнди». Ну что ж, наступило долгожданное лето, с чем мы вас всех горячо и поздравляем. Чем же народ собирается заниматься летом, вы видели из предыдущего сюжета. Помимо этого, естественно, все собираются смотреть программу «Мир Дэнди» и посещать чемпионат Дэнди каждую среду в 18 часов в ДК «Моряков». Кто-то собирается потусоваться в доме Дэнди и так далее и тому подобное. Естественно, кому родители уже подарили видеоприставки, собираются в них немножечко поиграть. Не все лето, конечно, но так, это к половину, а может быть две трети. А что же делать тем, у кого нет видеоприставок и родители не собираются им дарить? Наша программа дает вам маленькую подсказку. На них можно заработать. Как? Даже некоторые видеоигры говорят о том, как это сделать. Ну вот, например, начнем с приставки Dendy. Как и все простые мальчишки, Барт Симпсон после окончания учебного года решает поднакопить деньжаток. Но убирает он себе непростую работенку. Вместо того, чтобы помыть машины или произвести уборку, Барт решается освободить мир от инопланетян. Конечно же, не за бесплатно. Одев свой плащ и маску, наш герой бросается в путь. В самом начале игры действия разворачиваются на свалке машин, где главными врагами Барта являются злые собаки и ковши, которые так и норовят его поймать. Но Симпсон не беспомощен. Вы только посмотрите, какие пируэты ногами выделывает Барт, прямо как каратист. Барту нужно пройти огромное количество уровней, побывать в ужаснейших местах, исполнить роль Супермена и, наконец, истребить инопланетян, что мы ему все и желаем. Так, ребят, я сейчас вам про такую игру расскажу. На Сеге, Покахонтас называется, только что поступила в дом Дэнди. Про эту игру расскажу я. Главной целью игры является спасение различных животных. Для этого не нужно никого уничтожать, но придется изрядно побегать по бревнам, потолкать камни и также плавать под водой. Играть придется как Покахонтас, так и ее ручным енотом, постоянно меняясь в ходе игры. Ведь енот, в отличие от девушки, не может плавать и высоко прыгать, но зато он умеет лазать по деревьям и проползать в узкие щели. Таким образом, придется пройти много уровней, чтобы спасти огромное количество животных. Вообще, одним словом, это прекрасная игра. Желаю удачи! В сегодняшней рубрике Help речь пойдет об играх Mortal Kombat 3 и Земляной червяк Джин 2 на Sega. Mortal Kombat 3. Animality. Сайрекс. Два раза вверх, два раза вниз. Шива. Y. Четыре раза Б. Кено. Держать X и нажать три раза Б. Сектор. Вперед, вперед, вниз, вверх. Кун Лао. Четыре раза Y, Б. Соня. Держать А. Назад, вперед, вниз, вперед. Земляной червяк Джим 2. Во время игры нажмите старт. А, Б, С, А, Б, С, А, А. Дополнение энергии. С, Б, Б, А, С, Б, Б, А. 5000 выстрелов. А, Б, С, С, Б, А, Б, Б. 81 червяк. Если вам не подарили подарки родители, то заработайте на них деньги сами. Деньги, как известно, вы можете зарабатывать по-разному. Мыть машины, продавать лимонад, а можно с помощью видеоигр. Как раз об одной из таких игр я вам сейчас и расскажу.
Дональду Даку дядя Скрудж не отвалил деньжат на лето, и поэтому ему приходится лезть из кожи вон, чтобы подзаработать немного денег. Где только не побывает наш герой, что только не сделает, кем только не станет, и циркачом в цирке придется поработать, и разносчиком газет, и мойщиком окон, и даже вором, а точнее спасателем канареек. Я не буду рассказывать о всех уровнях и прелестях этой игры, а то вам надоест меня слушать, и у вас уши завянут. А расскажу лишь только о первом уровне. Главная цель первого уровня – это собрать $300. Деньги вы можете зарабатывать по-разному. Закинуть в почтовый ящик все газеты. Но не только в ящик, воздушный шар придется одну положить. Вымыть все окна 9-этажного дома, где вам мешают совершать эти полезные поступки всякие злоумышленники, которые скидывают на Дональда сверху горшки с цветами, гнутые ведра и даже наковальни. Освободить из клетки канарейку, которая находится на втором этаже в темном доме. Но не советую расслабляться. В доме спит очень добренькая собачка. В случае пробуждения ее от бурного сна, не без вашей помощи, конечно, вы теряете ни много ни мало, а целую жизнь. И, наконец, вам придется вместе с Дональдом выступить в цирке, а точнее пробежать по арене до конца, перепрыгивая бассейны с акулами. Также хочу сказать, что за каждую выполненную работу Дональду выплачивают более $100. И, наконец, когда вы после упорных трудов заработаете эти деньги, вы пойдете и купите этот картридж. Совершенная игровая система Super Nintendo. А теперь вы узнаете еще об одной игре для Super Nintendo. Только в отличие от Дональда, и главной целью было заработать деньги, здесь, наоборот, придется их потратить. Так что, если у вас есть наличные, эдак 1020 долларов, тогда садитесь, включайте приставку и начинайте играть в SimCity. Итак, SimCity. Главная задача игры является построить свой город. Да-да, именно город, с домами, улицами, фонтанами, всякими увеселительными заведениями. Ну ладно, начнем по порядку. Для начала вы выбираете себе место для постройки города, а затем начинаете строительство. Вырубайте леса, возводите дома, заводы, гостиницы. И самое главное, для того, чтобы все эти здания функционировали, к ним обязательно нужно подвести электричество и дороги. Не забывайте также иногда посматривать на карту города. Вдруг где развилась преступность, повысился уровень радиации или автомобилям не хватает дорог. Срочно боритесь с этим. То есть стройте полицейские участки, растите сады и расширяйте дороги. Но не думайте, что бороться нужно только против этих невзгод. Как и во всех больших городах, у вас могут быть пожары, наводнения, ураганы, самолетокрушения и всякие разные неприятности. Если вдруг в самый разгар строительства вам говорят заканчивать, не унывайте, просто запишитесь, и вы сможете начать с того же места хоть через месяц. Ах да, забыл сказать, что чем больше народу живет в вашем городе, тем больше вы сможете построить разных увеселительных заведений, таких как казино, зоопарк, библиотека, парк, банк, ну и конечно же, тем больше дохода от этого города. И тем больше вы сможете купить себе подарок. Так что, если вы хороший мэр, возводите дома, железные дороги, аэрофлоты, боритесь с преступностью. Если будет все окей, месяца через два вы сможете построить даже такой город. Ну а теперь настало время поговорить о чемпионате Денди. Сначала несколько слов о чемпионате 22 мая. Проводился он на сегах по обычному сценарию. Сначала был 8-битный, а затем командный. Любители единоборств получили массу удовольствий. Рестлинг, бокс и, конечно, Mortal Kombat. В общем, кому что нравится. Было народу немного, человек так 400, может быть чуть больше. А вот 29 мая желающих зал ДКМ едва вместил, потому что вместо командных рубилок состоялось то, чего так долго ждали. Розыгрыш лотереи Денди. Напомню условия. Любые 3 гарантийных талона фирмы Астробал предъявляете в дом Денди и получаете взамен купон для участия в лотерее. В результате предварительной жеребьевки было выбрано 10 участников финального розыгрыша, которые оспаривали приз лотереи Sega, сражаясь в Top Gun на Денди. Удача улыбнулась Диме Хайченко, который данную Сегу и унес домой в качестве трофея, и мы его от души поздравляем. Присутствующие в зале единодушно решили, что подобная лотерея – это круто, и постановили проводить ее ежемесячно. К
Кто не понял условий участия, может узнать их на чемпионате в ДК «Моряков» каждую среду в 18:00. И не расстраивайтесь, если вам не повезет с первого раза. Фортуна любит настойчивых и упорных, поэтому дерзайте. Многие так и не знают, что делать с заработанными деньгами. Прекрасно решить эту проблему и научиться вас обращаться с деньгами поможет игра Them Park, на сей раз на Panasonic 3DO. Вы когда-нибудь мечтали о собственном Диснейленде? Пришло время осуществить свою мечту? Все начинается с покупки участка. Причем здесь все зависит от географического положения его. Участок на Аляске дешевле, чем в Бразилии. Но в первый раз вы приобретете землю в Великобритании. Причем абсолютно бесплатно. Что, они там все с ума посходили, что ли? Затем начинается самое интересное. Надо обустроить парк аттракционами, закусочными, проложить дорожки, озеленить территорию. И не забудьте про туалеты, иначе все посетители сбегут. Они же в парке очень сильно хотят есть. Не забывайте пополнять запас мороженого, привозя новые партии. Если вы думаете, что все обязанности на этом заканчиваются, вы жестоко ошибаетесь. Сколько аварий случается на аттракционах? И если батут или американские горки начали гореть, приглашайте на работу механика. А если он такой медлительный, что за срок, когда обносил участок забором, аттракцион успел взорваться, просто увольте его. Но я вас успокою, попадаются действительно толковые люди. Каждый год перед вами предстает отчет о деятельности парка, и вам решать, уменьшить или увеличить расходы. Деятельность вашего ума можно разумно направить в нужное русло. Вы или выдумаете большие автобусы, или обустроите свой парк новыми аттракционами. Это игра для тех, кто умеет вкладывать деньги в дело и приумножать их. Ну что ж, на сегодня это, пожалуй, и все. Наш вам совет. Чем шататься по улицам, лучше найдите себе занятие какое-нибудь интересное и полезное. Тем более, что...